Привет, мои красавицы! У нас с вами новый влог, девчонки. Сегодня у нас суббота. Как вы видите, у меня день релакса. Я уже сделала масочку себе для волос, которая густое масло из фикс-прайса, масочку для лица. Потому что вчера вечером у меня очень сильно зачесались руки. Я себе наковыряла просто что-то невообразимое на лице. Ну, я способна, серьезно, я это умею делать, девчонки. Вот поэтому попила кофеечек с корицей, кстати, очень вкусно, вообще балдею. Что я вообще планирую сегодня делать, девчонки? На самом деле, как всегда, на выходных дел вагон и маленькая тележка. Нужно и приготовить что-то вкусненькое, и убираться дома, и вообще у меня опять бзик. Я сейчас хожу по всем периметрам дома и выбрасываю все, что мне на сегодняшний момент кажется ненужным. Вот, ну, у меня периодически бывает желание такой зачистки, поэтому, да, посмотрим, чем все это дело обернется. Обязательно подписывайтесь и оставайтесь со мной. В общем, хочу рассказать вам прикол. На днях заходила в магазин за мясом, тут тоже у нас, оказывается, есть поблизости фермерский магазин, другой, не там, где я обычно покупаю. Ну, короче, купила, значит, курицу домашнюю и смотрю, у них продаются готовые голубцы с капустой и готовые голубцы в виноградных листьях. Ну, то есть как готовые, полуфабрикатом сделанные, да. Я спросила, из чего их делают. В общем, в голубцах в виноградных листьях там свиной фарш, а в голубцах из капусты, вот который вы, собственно, сейчас видите, там говяжий получается фарш и без риса, то есть зелень и фарш. Ну, думаю, возьму несколько штук, какая разница, да. В принципе, то же самое делаю и я. Единственное, что у меня свино-говяжий фарш и рис я добавляю. Ну, взяла, чтобы сильно не заморачиваться, дома все приготовила, сварила, да, ну, как бы вот там с подливкой, все такое. Муж мой сел ужинать, девочки, он меня, знаете, как поругал за это. Ну, как не то, чтобы прям поругал, он говорит, это что, ты покупала, что ли, голубцы? Я говорю, ну, да. А я все думала, поймет, не поймет, покупные или я сама делала. В общем, говорит, все, больше никогда не покупай, делай свои. Так что, представляете, да? Как резко видит отличие между моей стряпнёй и вот магазином. Вот смотрите, как выглядит приступ Золушки у шумоголовой женщины. Пожалуйста. Все взорвала к чертовой матери. Выбрасываю мусор, сортирую бумажки. Выбесила, короче, все. Все мне сейчас кажется лишним и ненужным. Вот такая сумка есть. Это мне, ну, за какую-то большую покупку давали или в Литуале, или в Ривгош. Написано Кельвин Кляйн, ну как бы это такой Кельвин Кляйн, мне кажется, из Китая прям, не знаю, выбросить вообще, пригодится мне она, не пригодится, не знаю. Вот тоже сумка лежит, она мне так сильно нравилась, девчонки, вообще я ей пользовалась с большим удовольствием. Фирма, по-моему, малоизвестная, Витачи, это, ну это не кожаная сумка, это какая-то подделка под кожу, ну смотрите, все с ней классно, она такая прикольная. Ну, бляха-муха, с ручками. Смотрите, что произошло. Видите, они все потрепались. Вроде бы жалко выкинуть. Знаете, у меня сейчас на одном плече сидит Плюшкин, а на другом такой дьяволенок, который говорит, нет, все выброси, выброси, это тебе не нужно, не захламляй пространство, все выбрось. Ну, вот, короче, сижу я и не знаю, что мне делать, выбросить или не выбросить, а, девчонки? Ну, здесь все понятно. Тут у нас PlayStation, третий, по-моему, да. Не знаю, может быть, сегодня с мужем посмотрим, во что мы там не играли. Может, поиграем. Самая любимая игра на PlayStation у нас это вот такая была, Far Cry. Мы, по-моему, все прошли. Один диск, четвертый, кажется, вообще дважды покупали. Там у меня вообще трындец. Вы смотрите, что здесь только нет. Вот гляньте, лежит фотоаппарат, которому просто уже, я не знаю, сколько лет ему, наверное, лет 15, серьезно. Надо выбросить. Аромалампа. Нахрен мне нужна аромалампа, если я это вообще не практикую. Вот как быть, а? Я не знаю, девочки. Что вот с этим делать всем вообще? Ой, боже мой. Зато здесь есть свидетельство о заключении брака. Тот самый документ, девчонки. Тот самый документ. Старая фотография Роминого папы и наше свидетельство о заключении брака. А вот это вот в коробочке лежит, девочки, вы не поверите. Свадьба наша была в 2012 году. Это лежит альбом для свадебных фотографий. Ну, как вы думаете, я сделала свадебные фотографии для альбома? Угу. Аж два раза.
Разбираю книжки, в том числе, не хочу выбрасывать. Вот эту я так еще и не прочитала. Она у меня уже достаточно давно, но как-то до нее руки не дотягиваются, и никак ее не прочитаю. Что здесь еще? Наши фото свадебные и видео. Это все у нас здесь хранится. Тоже надо как-то красиво сложить, девочки. Помимо всего остального барахла, у меня здесь планшет вот такой лежит. Samsung. Какой-то он там был, Tab 2 или какой хрен его знает. Ну, я, короче, такой, знаете, товарищ. Какой-то гаджет вышел, мне он очень нужен, хочется, да. Потом он у меня появляется, как, например, вот этот планшет. И такая же у меня история была с мультиваркой. И вот они лежат, своей смертью умирают. Не знаю, что я его не продала и вообще. Ну, короче, девочки, напишите, у вас такая же хрень или это только я страдаю такой ерундой. Ну, в общем, все, дальше сейчас здесь буду разбирать весь этот бедлам. Потом покажу, что в итоге получилось. Что здесь у меня, девчонки? Смотрите, я все-таки решила вот таким образом поставить все свои кисти. Я их вчера все перемыла, они еще некоторые влажные, здесь досушиваются. В общем, все-таки такой формат наиболее удобен мне, потому что раньше я вот, ну как, хранила их вот в этой коробочке. И получалось, что если я их влажными туда положила, да, ну то есть тоже не вариант. Они там практически плесенью покрываются, мне кажется, во влажном состоянии, в закрытом. Ну, короче, все, решила вот таким образом я их переставила. А здесь у меня хранится допотопный эпилятор от Браун, которым я, в общем-то, снова начала пользоваться. И что еще хочу сказать, дала я еще один шанс вот этому спонжику. Это, кажется, у нас из Fix Price, да? Знаете, с каким тональным средством он подружился? С единственным. Как наносят остальные, мне не нравится. В общем, устойчивый тон от Art Visage. Вот его он наносит нормально. Все остальные никак. Estee Lauder не наносит вообще. То есть он прям капельками. За счет того, что структура такая очень сильно пористая, Estee Lauder он не наносит. Вот этот спонжик я люблю нежно. Но видите, он уже в каком у меня состоянии. Вообще, то есть все, его нужно уже по идее выбрасывать. Но мне он нравится. Вот он хорошо наносит Estee Lauder как раз таки, да. В общем, вот такая история у меня пока с спонжами. Все здесь стоит, сушится. Такие, смотрите, сейчас мне нужно будет готовить кушать. У меня там курица домашняя. Я хочу приготовить соус из нее. Покажу вам тоже, как я это делать буду. Но вот в данный момент плита выглядит вот таким образом, да, то есть вы видите, все непрезентабельно, капельки жира и вся остальная ерунда. Что я буду делать? Я вам говорила, что для этих целей иной раз я использую вот такое средство от Синергетик, которое наконец купила для окон и зеркал. Оно мне сильно нравится за счет своего запаха. Значит, что я буду делать? Я сейчас просто это все дело попшикаю немножко. Вот таким вот образом. Запшикаю. Пахнет классно. Все, и стенку заодно маленько. Ничего оно не разъедает, все великолепно. Вот смотрите, стенку попшикала, здесь попшикала. Сейчас буквально 5 минут постоит. И все, я просто протру это тряпочкой. И никакого следа от вот этих всех мелких таких загрязнений и пыли не останется ровным счетом. Так что прелестные средства, а запах даже приятный. Масочку для волос я подержала где-то минут, наверное, 30, а может быть даже и больше, под полотенцем, под шапочкой, в общем, все как полагается. Мои волосы результатом довольны вполне, они гладкие, шелковистые, вообще расчесываются без каких-либо сложностей, все окей, мне нравится. Значит, что я вам хочу сказать по поводу последней краски для волос, которой я красилась. Это был, по-моему, кастинг, да, крем-глосс я вам показывала. Не могу сказать, что я довольна, девочки. Вероятнее всего, я снова куплю свою краску от... Как же фирма называлась? Ну, итальянская, я вам показывала в одном из предыдущих видео название этой краски и вообще про нее рассказывала. Скорее всего, я вернусь к ней, потому что мне не нравится, как быстро смывается с волос кастинг. И особенно с вот этих вот трех седых волосинок, которые есть на моей голове. Я это очень вижу, они прям такие, знаете, они... Ну вот в первые пару дней они вроде бы закрасились прям так хорошо, а потом, когда цвет начинает с них сходить, вот они такие какие-то рыженькие, светлые становятся. И вообще ни кайф меня не устраивает, поэтому кастинг уступает этой профессиональной итальянской краске, так что будем возвращаться к ней. Значит, по поводу масочки для лица. Видите, вот шаловливые Танины ручки. Танюша мастерица, вот такое натворила вчера на своем лице.
косметологу я сегодня решила не ехать, потому что как-то у меня не было на это настроения с утра, у нас так пасмурно, как-то сыро, в общем, настроение Золушки, если честно, не хочу никуда выезжать из дома, вообще нос не высовываю даже. Поэтому ладно, к косметологу я поеду в следующий раз, тем более я вчера тут так сама постаралась, так что ладно, доберемся и до этого. Так что сегодня у нас готовка, уборка и все тому подобное. Ну что, девочки, все, давайте будем протирать все это дело. Сейчас я вытру буквально немножечко. Сегодня не та ситуация, когда я буду прям досконально отмывать это все, да? Так, чисто немножечко протру. И все. Так, вот эту штуку обязательно. Здесь. Вообще, знаете, я очень рада тому, что мы не делали вот здесь вот за плитой, да, на стене кафель. Потому что, мне кажется, это вообще чистый геморрой. Представляете, как жир вот этот вот весь въедается в кафель и в швы между плиткой. Ну, это, по-моему, вообще неудобно. Поэтому, да, вариант с вот такой панелью из шпона устраивает меня куда больше. Так. Убираем. Убираем. Всю эту красоту. Вытираем. Вот эти темные пятна не отмываются вообще ни под каким предлогом. Я не знаю, что это такое. Это какой-то, может быть, даже нагар, но с ним не справляется ничего, даже пора очистить. Все, девчонки, по-быстренькому протерли. Сейчас все равно буду готовить. Все это дело заляпаю вновь, поэтому... Просто я не люблю готовить на грязной плите. Мне нужно ее обязательно привести в порядок. Так, так, это у меня как раз наоборот стояло. Вот. Вообще не понимаю, как можно готовить на грязной кухне. Да? Ну, блин, я не могу, например. Я сначала обязательно приберусь, только после этого буду готовить, девчонки. Не знаю, возможно, это тупо мой бзик, но мне кажется, у любого нормального человека будет такая же ерунда, как можно готовить пищу в грязи, да? Заодно протрем наш чайник. Не мешало бы его замочить. Конечно. Ну, ладно, пока так. Все, девчонки, сейчас буду разделывать курицу. Мне писали, что очень понравился мой нож. Вот этот нож. Я им разделываю в основном мясо. Ну, вообще, я люблю вот такой ножик. И вот такая вот есть у меня точилка. Это мы все покупали в М-видео. Она корундовая, кажется. Здесь камень какой-то, по-моему, корунд он называется. Она офигенно точит ножи вообще. И плюс у нее еще силиконовые вот такие ножки. Она, ну, не ерзает по столу. Все, песня. Нож острый. Все, что я буду готовить? Я буду готовить соус. Сначала хотела готовить куриный суп с лапшой, но Рома попросил сделать соус из курицы. Так что, в принципе, это еще проще. Так. Как всегда, я не попадаю по суставу. Это тоже нормальная практика. Сейчас я все порежу в одну емкость и разделю потом. Ну вот, девочки, смотрите, что получилось в итоге с этой большой курицей. Мне кажется, она была около 2 килограмм, потому что реально большая. Вот один пакетик, здесь я убрала филешки, ну, то есть куриную грудку, да, буду делать из нее что-нибудь. Здесь я оставила такое, как спинка, косточка, которая осталась от филе, да, и, ну, вот такие вот еще моменты, кусочки мяса. Это на суп или пожарю потом, не знаю, посмотрим. И вот эти кусочки бедрышки, крылышки и голени я сейчас буду обжаривать вот в своем казане. Это у нас будет соус. Буду обжаривать сейчас кусочки курицы. Тут в казане у меня уже разогрелось масло.
Сначала обжариваю курицу, потом добавлю лук, морковку, помидорчик и томатную пасту. Нужно еще поставить воду в чайнике, пусть кипятится. Когда все это потом обжарится, то заливаем водой, добавляем картошку. Ну, в общем, разобрала я там всю ерунду вот эту, да. То есть оставила вообще по минимуму то, что мне было необходимо. Собрала в одну коробку пластиковую, вот она из Фикспрайс. Все там пульты всякие, короче, всякие штуки, провода от техники там и так далее. И что еще я туда положила, господи, как они называются? Ну, в общем, все технические руководства по бытовой технике по дому. То есть решила ничего не выкидывать, все там. Там просто книжки, тетрадки и маленький мешок с новогодними украшениями. Здесь также диски. Вытащила PlayStation, решила поставить его. Пока посмотрим, может быть, поиграем немного. Как раз включила и... Джойстик заряжается. Все, здесь я хочу еще отполировать вот эту тумбу, да, тем средством, которое я вам показывала. Этот полироль для мебели Pronto. Все, короче, даже с полок лишнее поубирала, как-то мне выбесило все это. Смотрите, два мешка мусора. Буду выкидывать вот те сумки, которые я вам показывала, типа Calvin Klein, и вот синюю тоже я ее выкину. Все, я ими пользоваться не буду. Оставлю только вот такую сумку для спортивной одежды и обуви от Nike, кажется, да? Это же Nike, да? Вот, потому что, ну а вдруг я когда-нибудь пойду в спортзал. Все, сейчас это все выкину быстренько, и нужно будет пропылесосить такие моменты. Как только я собираюсь готовить кушать, обязательно у меня что-нибудь заканчивается. В общем, еду сейчас в магазин за продуктами, кое-что нужно прикупить из овощей. Быстренько съезжу, пока у меня там курица тушится, и вернусь. Девочки, я быстренько сбегала. Вот, смотрите, что купила. Сейчас вам сразу покажу. Так, значит, первым делом лук, собственно, за которым я и ехала. Яйца куриные вот такие закончились у нас. Сыр сыробогатов голландский, самый прикольный, мне нравится, я покупаю. Так, яблочки Golden и яблочки Granny Smith, кажется. Пришлось купить Fairy, потому что у меня все, синергетик уже алаверды. А Фикспресс в ближайшие дни я не поеду, поэтому перебьемся Fairy. И еще купила вот такой кофе. В зернах. Это у меня мама любит. Я такой покупаю сейчас. Вот буквально недавно брала только молот. И мне понравился, в принципе, он такой хороший. И корица взяла. Знаете почему? Потому что мама кто-то угостил меня вот этим кофе с корицей. И ей очень понравилось. Я сразу, конечно, купила. Поеду, когда к ней или она ко мне, обязательно отдам. Ну все. В общем, вот этот чек получился на 705 рублей. Обжарила мясо, обжарила лук, потом добавила морковку, ложечку томатной пасты. И вот только сейчас закинула помидорчики. Здесь у меня 3 средних розовых помидора. Сейчас они немного протушатся. Пустят сок, я порежу сюда картошку, добавлю воду. И я положила уже картошечку. Теперь это все дело закипает. А в моей семье любят так, чтобы соус был такой достаточно густенький и насыщенный. Потому что, ну, это все-таки не суп, а соус. Поэтому консистенция должна быть достаточно плотная такая. Ну все, теперь сварится и как бы что, все. Приятного аппетита. Я готова уже испробовать это средство. Я уже, в принципе, давненько им не пользовалась. Пора бы вспомнить, как оно работает. Сейчас я здесь полирну немного вот эту тумбочку, на которой стоит телевизор. Посмотрю и скажу. Да, могу сказать, что это именно то средство, которым я пользовалась когда-то, которое мне нравилось, и оно действительно рабочее. Могу вам прям 100% его рекомендовать. Расход у него, в принципе, мизерный. Нужно совсем немного на подобные площади. Но единственное, что не получится вам показать, как бы, ну вот как выглядит натертая этой полиролью мебель и как не натертая, потому что все-таки видео не передает этот эффект. Вам будет не видно. Но просто поверьте мне на слово, что средство такое достаточно рабочее. Так что прикольно. Я обработала поверхности. В принципе, они блестят. Не знаю, как вам это показать. Этого не видно на видео. Да и плюс у нас уже, в принципе, темно. При искусственном освещении не особо хорошее качество получается. И еще один, знаете, забыла вам сказать, неоспоримый плюс вот этого средства, это то, что пыль на обработанной им поверхности ложится не так быстро. Так что, не забыла, задавали мне вопросы по поводу меламиновых губок вот этих из Фикспрайса. Вообще, что они делают и как ими работать, и вообще нужны они или не нужны. Ну вот смотрите, у нас есть вот такой... Дабы не ошибиться, либо мраморный, либо гранитный, это называется вот этот камень, столик, да?
в него очень сильно впитываются всевозможные загрязнения, в том числе пыль. Да? Что я делаю? Смотрите, вот чистая губка меламиновая. Я беру и начинаю вот таким образом чистить его. Предварительно смочила ее в воде и отжала, ну, не до сухого состояния, она такая влажненькая. Сейчас я вам покажу, что будет с этой губкой. И просто трем без каких-либо средств, без вообще какой-либо химии, просто вот такими элементарными движениями проходимся по поверхности, девочки. Так. Так. И смотрим. Понимаете, да? А ведь с виду он не был таким грязным. Все на себя собирает меламиновая губка. Вот, пожалуйста, смотрите, Виктория. Белый столик, который я протираю тряпочкой. Вот таким образом в него впитывается грязь. Вот настолько сильно. И опять хочу вам заметить, что на видео это не особо заметно, но по факту он значительно белее становится, чем был до обработки. Так что, да, девочки, смотрите сами, надо вам или не надо, но я периодически покупаю и вот этот столик таким образом очищаю. Все. Хорошенечко по всем боковушечкам прохожусь, и вот в результате что получаю. Видите? Все, столик чист. Так, что еще я могу сделать этой губкой? Вот смотрите, я ее прополоскала в воде. Она уже теряет свою форму, но это недолговечный материал, скажем так. Я хочу пройти еще по фасадам кухни сейчас ею. Покажу вам. Ну вот, давайте элементарно. Под раковиной, да, под столешницей, где установлена раковина. Здесь всегда какие-то загрязнения, потеки. Ну, то есть вот, просто она все... Все это убирает, и все. Даже вот какой-то немного потек, то ли жир, то ли что. Ну, какая-то вроде бы жирная была блямбочка. Вот она тоже убирается. Как бы, вот, что здесь у нас, кофе пролили. Пожалуйста. Раз, и нету. Так что, девчонки, я не знаю, я пользуюсь. Я как бы могу рекомендовать от себя. Ну, если вам такое интересно вообще... Мне, например, интересно, я могу вместо химии воспользоваться такой штучкой. Вот она все, прям следы от рук, ну, видите, да? Она просто влажная. По факту на ней нет никакой химии абсолютно. Я ничем здесь ничего не брызгаю. Вот просто меламиновой губкой прохожусь, и все. Так что, да, девочки, все. Ну, дальше я уже продолжу без вас. Это очень вкусно, обязательно приготовьте такое блюдо, это очень сытно, вкусно и, ну, не знаю, как насчет полезно, все-таки это жирная достаточно пища, но готовить можно как из говядины, так и из свинины, также и из курицы, реально очень вкусно, приготовьте. Будем на сегодня сворачиваться, у нас уже 5 часов вечера, а сейчас Рома придет, я покормлю его ужином и будем отдыхать, возможно, чуть-чуть поиграем в PlayStation. Так что спасибо вам за внимание, девчонки. Обязательно приготовьте такую вкуснятину, которую я вам показала. Я вас обнимаю, целую и пока.